каждого есть свое неповторимое лицо, свой характер, с которыми стоит познакомиться. Добраться сюда просто. Можно по автотрассе Лимассоль-Пафос или по сети второстепенных дорог. А можно оказаться здесь, прибыв на Кипр прямо в аэропорт Пафоса, куда летают самолеты из многих городов Европы, Ближнего и Среднего Востока. Удовольствие и отдых на берегу моря, девственная природа, древние памятники и тысячелетние культурные традиции, широкие возможности для занятий спортом. 4 Димаса Пафского округа ждут вас. Средневековая крепость Пафоса находится вблизи городской гавани. Она была сооружена византийцами для защиты города, перестроена при французах, разрушена венецианцами и восстановлена вновь турками-османами. Если вам случится оказаться здесь в сентябре, не упустите возможность попасть на Пафский фестиваль «Афродита». Ежегодно в рамках этого фестиваля здесь, у подножия Пафской крепости, под звездным небом, в романтической атмосфере древнего замка, проводятся оперные представления. В них участвуют актеры и музыканты разных стран. Откройте для себя уникальные христианские архитектурные памятники, такие как храм Святой Параскевы, деревни Геруский. Полюбуйтесь великолепными мозаиками римских вилл, где запечатлены разнообразные мифологические сцены. Без сомнения, это одни из лучших мозаик в Восточном Средиземноморье. Посетите подземный некрополь царские гробницы, высеченные в камне и украшенные дорическими колоннами. Побывайте у колонны святого апостола Павла. Тут, гласит предание, апостола бичевали во время его посещения Кипра, куда он прибыл вместе с апостолом Варнавой. Полюбуйтесь яркостью красок древних настенных росписей в пещерном храме монастыря святого Неофита Затворника. Побывайте в храме святой Соломонии, который был вначале христианскими катакомбами. Изучите уникальное археологическое наследие Мариона или Палео Пафоса, двух городов, государств Железного века. Откройте для себя удаленные деревни, в которых из рода в род передаются старинные обряды и традиции. Посетите музей народного творчества в Герускибу, чтобы познакомиться с запоминающейся выставкой, которая воссоздает картину традиционной жизни острова. И куда бы вы ни направлялись, везде будете желанным гостем, везде почувствуете настоящий дух того, что называется кипрским гостеприимством.